Как оцените физическую форму и вообще игру своей команды? Ну, с физической формы, я думаю, все в порядке. Ребята, две сменки, играем. Никто так сильно прям не устает, да. Там движение есть, конечно, хорошее, но никто не устает. А так, первую игру лично для меня сложно влиться, потому что новый коллектив, вообще не знаю никого. Паша Галутенов, который капитан, и тот сидел. Вот, у нас такая неразбериха немного. То три нападающих, то один защитник, то три защитника, один нападающий, когда атакуем, когда защищаемся, соответственно, все как-то кувырком. Ну вот, но я надеюсь, что следующие игры, две осталось в группе, обыграем, уже привыкнем, притремся друг к другу и уже покажем лучшую игру, потому что сегодня все-таки со скрипом, так скажем, на 3 балла я бы оценил из 5 баллов. Если рассказывать кулуарные настроения вашей команды, какие планы на сезон, на турнир, вот непосредственно на этот? Ну, на турнир, конечно же, только победа. Другого здесь и не ждут в команде в этой. Поэтому, как бы, без комментариев особо. Спасибо.